Велосипед, являясь экологичным видом транспорта, стал популярным средством передвижения среди наших граждан. Однако оставленные без присмотра в подъездах домов велосипеды становятся удобной добычей для злоумышленников. Обеспечение неотвратимости и ответственности за совершенное преступление служит важной гарантией соблюдения закона. Так, по факту заявления о краже велосипеда, на место выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативных мероприятий были проверены записи с камер видеонаблюдения. При помощи программы базы данных установлена личность мужчины. Вскоре подозреваемый, ранее неоднократно судимый, 38-летний Ульмаз был задержан и передан в следственный отдел Алмазарского района. Я шел по улице Нурашан и высматривал открытые подъезды домов. Удостоверившись, что никого нет рядом, я заходил в подъезд, брал велосипед и уезжал на нем. Как стало известно, это не единственное преступление мужчины. Аналогичным способом он похитил еще два велосипеда. Следующую кражу велосипеда я совершил из дома на массиве Тансыкваева. После я продавал велосипеды на рынке случайным покупателям. Первый велосипед я продал за 500 тысяч сумов. Еще два велосипеда по 400 тысяч сумов за каждый. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уважаемые жители и гости Ташкента, не оставляйте свои велосипеды без присмотра. Для надежности воспользуйтесь специальным велосипедным замком.